Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю вам нарисовать вазу с ромашками. Для работы я приготовила цветную бумагу зеленого цвета, кисти и гуашевые краски. Если у кого-то нет цветной бумаги, можно взять белый листик, затонировать его и на нем рисовать. Начнем рисовать вазу. Вазу будем рисовать белым цветом. Я предлагаю нарисовать вазочку, напоминающую нам стакан. Нарисуем овал. Проведем две линии. И еще один овальчик, только поменьше. Кое-где можем нанести несколько беленьких мазочков. Вазочка будет прозрачная. Зеленой гуашью нарисуем зелень. Движение кистью снизу вверх. Рисуем стебелечки и листочки ромашки. Немножко с зубчиками листочки, поэтому ровные края делать не надо. Желтой гуашью ставим несколько кружочков. Это будут серединки ромашек. Кистью с белой гуашью прикладываем лепестки. Руку надо поворачивать, кисточку ставим от кружочка. Не распустившиеся ромашки рисуем наполовину, только сверху от желтой серединки.
Добавим немножко темного желтого в серединке ромашек. Белым цветом дорисуем вазу, подрисуем. И слегка отделим стол от задней стенки. На столе нарисуем несколько лепесточков. На этом наша работа закончена. Я с вами не прощаюсь. Увидимся на следующих уроках.